понедельник в Самарской области будет облачно, местами осадки в виде снега, днем -3, -5, ночью 6-8 градусов ниже 0. Ветер западного, юго-западного направлений будет дуть со скоростью 4-6 метров в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем -3 градуса, ночью -7, ветер западного направления 6 метров в секунду. В Тольятти облачно, осадки в виде снега, днем -4 градуса, ночью -6, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, днем -5 градусов, ночью -8, ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.